друзья, меня зовут Ира. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно сделайте это. Ну а сегодня я хочу вам рассказать о своих впечатлениях от применения зубной пасты Сплат отбеливания. Выглядит тюбик вот так. И что же я могу вам о нем рассказать? Для начала хочу сказать, что с пастами Сплат я знакома достаточно давно. Уже, я думаю, около 50 лет. 50, да, как звучит? С пастами Сплат я знакома уже достаточно давно, более 10 лет или около того. И могу сказать, что с первого их использования мне они понравились. Раньше я всегда ультракомплекс покупала, но в последнее время я задумалась о том, что пора бы заняться белизной своей улыбки, скажем так, и решила попробовать именно с отбеливающей пасты Сплат. Естественно, никаких я не возлагала на нее огромных надежд. Купила себе на пробу вот такой вот маленький тюбик. Это дорожная версия. Здесь 40 мл всего. И хочу сказать, что да, зубы чистила как и положено, 2-3 раза в день. 2-3 минуты, честно скажу, я не всегда выдерживаю этот промежуток, но это не столь важно, да. И вот я пользовалась ей, и честно, даже перестала как-то питать какие-то надежды, и вот через полтора месяца примерно я как-то обратила внимание, что мои зубы действительно стали белее. Они не стали кристально белыми, там полностью налет не ушел, да, потому что у меня от природы зубы с желтым, скажем так, оттенком. Говорят, что это крепкие зубы, что это содержится, и когда кушаешь мясо, каротин вот в кость попадает, но не знаю, правда или нет, ничего не буду говорить. Так вот, зубы действительно стали белее, они приобретают скорее природную белизну, это не белый цвет вот этих вот отбеленных зубов, керамики и так далее, конечно, нет. Но могу сказать, что в использовании паста мне это нравится, она очень экономична, ее достаточно совсем чуть-чуть, мне одной вот такого тюбика хватает где-то на 2 месяца. Вот я сказала, полтора месяца прошло, вот понимаю, что, наверное, месяца 2 прошло, это уже я второй тюбик себе купила. И хочу заметить, что я вот, говорят, что нельзя постоянно использовать отбеливающие пасты, но я в этом смысле никого не слушаю. И вот за эти 1,5-2 месяца использования я не заметила никакого ухудшения эмали в плане чувствительности какой-то повышенной, абсолютно нет. В качестве отбеливающего вещества здесь присутствует сода и какой-то запатентованный комплекс. И вот могу сказать, что да, эффект очень-очень медленный, но он действительно есть. Зубы становятся чище, становятся белее, они даже блестят больше, чем до. Поэтому смело могу рекомендовать, особенно любителям кофе, чая, любителям сигарет. Я не курю, кофе я тоже не пью, чай я тоже не пью, кофе пью очень редко. Я пью цикорий, но я думаю, что он тоже как-то окрашивает эмаль. Ну, в общем-то, мне кажется, что это отличная паста, стоит она недорого относительно. Что еще важно, что Сплат не содержит хлоргексидин, СЛС, и поэтому она более безопасна для ваших зубов, она более щадящая, эта паста, и вот действительно, в принципе, я на эту пасту поэтому и обратила внимание, потому что она не содержит СЛС. Потому что за зубами все-таки нужно следить тщательно, а СЛС мы знаем, что используется абсолютно везде. Хотя я не ярый противник СЛС, и шампунями я пользуюсь СЛС, и мылами для меня это не так важно. Но когда есть возможность пользоваться недорогой органической пастой, по-моему, это отличный вариант. Большой тюбик стоит, по-моему, около 3 долларов, что-то в этом районе. Вот этот, по-моему, 1,5. Но я, честно говоря, уже даже не помню, хотя вот буквально на днях купила себе второй тюбик. Поэтому смело вам могу советовать, по крайней мере, попробовать. Она очень приятная на вкус. Она не такая ядреная, как тот же Colgate. В смысле мятного вот этого нет. Не щипит язык, что мне, честно говоря, очень нравится. Хотя, допустим, мой муж Сплат не очень любит. Он все равно продолжает пользоваться Colgate,
Колгейтом, не знаю, как правильно, как захотите, и чувствую, что его ни на что больше не подсадишь. Но я вот осталась абсолютно довольна, и я говорю, я действительно вижу эффект. Поэтому смело вам рекомендую, покупайте и пробуйте, если вы до сих пор не пользуетесь. И, пожалуйста, напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно почитать, какими пастами пользуетесь вы, и какой эффект видите от этого. Вот, честно, очень-очень-очень будет интересно, и, возможно, я возьму себе что-то на заметку. На этом все. Спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и увидимся в следующих видео. Всем пока!